Здравствуйте, уважаемые зрители, вы на канале Дача Супер. Сегодня мы приехали на дачу, 2 недели мы нас не было, тут ужасная засуха, все высохло, но есть небольшой урожай помидоров, сейчас буду их собирать. Созрели сент-пьеры, наверное, их сразу веткой срежу, они уже начали, вянут из-за того, что очень жарко. Бурый тоже собираю. Вообще красивые, но в прошлом году они были крупнее. А в этом году, к сожалению, засуха. Это какой-то другой сорт. Оранжевые. Но по размеру такие же. Это Сент-Пьер. Испанский сорт. Оранжевый. Ниже. Созрели наконец-то вот эти китайские грушевидные. Хороший урожай. Относительно хороший. В прошлом году мы просто их ведрами собирали. И кусты были больше 2 метров. Вот такие же, как желтые. Вот еще есть красненькие. Тоже их поснимаю прям грозди. Какие красивые были плети у нас 2 недели назад. И сегодня это просто какая-то катастрофа. Вот есть 2 огурчика. Вот. И все. Тут уже все засохло. Тут, правда, есть еще вон тут завязи. Наверное, тоже их надо снять. Потому что дождь на этой неделе не предвидится. Здесь... О, даже 4 огурца собрала. Как и каждую неделю, у нас один патиссон. Ну, один вон. Не знаю, будет еще что-то, вот обрежу засохшую плеть. Может быть, будут какие-то боковые. Пусть растет еще. Вот такой. Здесь тоже этот китайский. Вот он. Здесь как-то в грядке покрупнее немножко плоды. По размеру. Покрупнее, чем в грядке. Здесь и красненькие есть, оранжевые вот тут. На нашем малюсеньком участке с картошкой уже все высохло. Он сухий. Сегодня мы ее решили все выкопать. Посмотреть, что нам удалось вырастить в этом сезоне. Вот. Ну, что мы имеем? 1, 2. Эти крупные. 1 мелкая. Вот, 3. Вот. То есть, ну, с кустика. Для нашей земли, как бы, это вообще хороший урожай на сегодняшний день, на этот год. Вот еще один кустик сейчас. Посмотрим. Так как у нас с влагой вообще не удавалось. Сейчас докопаем всю территорию, соберем ящички, посмотрим на итог. Этот сорт желто-ребристый, вот он на солнышке, немножко подсох, завял. Здесь тоже уже созрели томаты, ну, такие классические. Даже не знаю, что это за сорт, но тоже на Сент-Пьер похоже. Вот здесь они завязались на первых ярусах, а дальше куст уже не рос. Затормозил развитие и все. И уже дальше помидоры не завязывались. А эти красивенькие. Мельче, чем обычно. Но ничего. Есть у нас и крупненькие вот такие.
пару экземпляров розовые. Хорошие, здоровые. Вот так начал портиться уже. Перезрел. Вот тоже крупные. Хороший, здоровый. Продолжаю собирать томаты. Вот здесь хорошие такие. Прям с веткой его сниму. Вот. Видите, два сниму, один оставлю. Пусть еще зреет. Куст, конечно, уже страшный, весь без листьев. Но... Вот есть желтенький экземпляр. Такую тут тоже немножко уже на солнце подвял. Подгорел. Вот. Так. Эти кругленькие прям вот в баночку просятся. Вот еще кабачок есть один. Сейчас выломаю его. Так что у нас сегодня патиссон, кабачок. Пока 4 огурца. Сейчас пойду еще в одном месте посмотрю. Может, там еще парочка есть. Наши перцы. Ой, отломался. Вот он подвял. И не растет. Потому что жарко им. Еще. Ну, мы их сегодня польем. А так, конечно, вид у них совсем не презентабельный. На этом участке у нас огурцы. Тут уже полностью они высохли. Вот. Как я уже сказала, дождя нет 2 недели. Здесь даже не только огурцы засохли, вон георгины все высохли. И цветы засохли. Это такого не было ни разу. Никогда у нас. Чтоб так все высохло. Хотя засуха у нас часто бывает, но это вообще все что-то непонятное в этом году. После засухи, которая у нас на даче, хочется немножко красоты. Вот хочу вам показать очень красивое растение. Это как осенний гиацинт или мускарий. Он такой красивый, вот весь цвету. 2 стрелки выпустил даже. Рядышком тут цветет у меня розочка. Низкорослая такая. И еще здесь тоже цветут, правда они почему-то не хотят стоять. Вот это выращенные из семян, ратибида называется, красивые. На следующий год надеюсь, что они не будут, улья будут устойчивые, вот, падают. Гладиолусы уже отцвели, скоро будем их выкапывать. Ну и все, уже готовятся к осени все растения. Последние 2 недели действительно засуха, даже засохли вот крайние лепестки на вот каменной розе, которая вообще не боится засухи. Посмотрите, что творится. И выгорели вот эти растения. О, посохли лепестки вообще. Надо тут почистить. Она все лето красивейшая была. Такая яркая, зеленая. Вся полянка у меня была. И вот такая история. Пожалуйста, в конце августа. Хотя сейчас должна быть такая самая комфортная погода. Ночи сейчас прохладные. Но, к сожалению, нет дождя. Вот. Это наш сегодняшний урожай. Картошку всю выкопали. Немножко мелкой. Целый ящик крупной. На сегодня все. Спасибо за внимание. Смотрите нас на канале Дача Супер. Подписывайтесь. Всего доброго. До свидания.